Всем хай, с вами Райвин. Что ж, у меня большие-большие изменения. Тут внутри дверечки есть. Тогда есть трансмутер. Есть вот этот шарик-хуярик. Вот этого спальня моя вот такая вот есть. Тогда есть. Что еще есть? Во! Столик для автопочинки от S+. Вот так вот он выглядит. Тогда есть... Лампа хуемпа. Есть. Вот тут вот какой-то сейф. Только я не знаю, что он делает, как он работает. Я не понимаю, короче, как он работает. Тут супер-пупер-мега-пупер химстол. Вот такой вот. В нем можно крафтить все и вся. Даже вот... Ну все можно крафтить. Тоже от S+. И есть корзина. Все, стали как бы немножко похожи на это цивилизованных людей. Вот корзинка есть. Тут что не покладешь, а тухляк кинул, вышел, зашел, тухляка нету. Все, он исчез, нету тухляка. И скажете, откуда же я это все надобыл? Вот так вот дверьки сел. Все, сейчас у меня нормально открывается дверь. А это все просто. Вот тут у меня есть флаг паучихи. И это было экстренное включение среди ночи. Так что я это сейчас всуну запись. Посмотрите, как там было. И чики-пуки. Экстренное включение появилось. Вот такая вот херня у меня. Когда я не знаю, я убью ее. Ну, пиздец, короче. Я убил сейчас мамонта. Морд, который появляется после костяшек. Нихуя въехала. Это много. Это очень много. Это пиздец много. Так, ну психика, спокойно ее убиваем. Ай-яй-яй, горение очень больное. Какая-то птичка. Очень... О, она зависла, смотрите. Так, наездника не лупит? Кажется, нет. Опа, она стоит на месте. Ну и стойте на месте, пожалуйста. Почему же нет? Мне это очень нравится. Ух. Это хорошо. Сейчас давай тыкаем дальше. Нихера себе. Какое оно огромное, слушайте. Это просто огроменное. О, индейка сзади ползет. Ресурсы ползет. Так, что у меня тут? Все хорошо пока что. Отхилимся на всякий, а то вдруг ебанет меня тут от одного шота. Отвисник ебанет. Кто там ее знает? Кстати, у меня хпшки-то немного. Два лимосика. Два же лимосика. Кстати, оцените музончик. Да. Ой, она ходить начала. Сука, стой. Не пугай ты меня так. Тик. Это вообще хорош. Слушайте. Мне такое нравится. Какая же она огромная. Вся переливается. А чё? А, идёт, всё окей. Так, сейчас убьем. Эй, ты куда? По ней урон не проходит. Что за хуетень? Что поебой? Она нахуй полетела. Вернись, я с тобой не закончил. Мне там укусик остался. Что-то я чувствую неладное. Прям такой шнёбел скрученный, сразу чувствуется неладное. Ой. Опа-на. Так, она ожила снова. Так, она снова ожила. Меня лупит. Нихуя себе, как много. Слушайте, надо держаться от нее подальше. Очень подальше. Очень. Так, съябываем. Как-то, я не знаю. Ай-ай-ай. Так, тихо. Мы не...
Мы не можем урона пропускать по себе. Она пол хп нам сносит. Господи, это очень надолго будет. Я надеюсь, не сдохну. Очень. Очень надеюсь. Ай-яй-яй. Тихо, 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 маленькая. Блин, я опять херово стал. Мне надо продолговать побольше это длины дорожки. Она сильно, интересно, регенится. Давай зависни, а, пожалуйста. Вот как прошлое было. Ну я очень умоляю. Просто зависни. Что тебе стоит зависнуть на одном месте, а? Ничего же. У меня там краешек, понимаешь ты? Ё, просто. Это навеки вечные, короче. Я это обрежу, если что. Точно обрежу. Уйди отсюда. О, долгим. Фух, она, кажется, опять застряла. Слава богу, это так долго с ней ходить туда-сюда. Еле треть сняли. Я там посмотрел, сколько хпшки. Это 149 миллионов. Черт побери. И любая атака мне сносит 800 тысяч. Если 2 такие удары, я быстрее всего сразу откисаю. Так что это пиздец просто. Это немыслимо. Это жестоко немыслимо. Но я надеюсь, мы с этим справимся. И она будет так стоять до конца. Черт, уже половина. Палец почти отпал. Это просто невозможно и невыносимо. Заберите меня кто-нибудь, пожалуйста. Слава богу, она зависла, конечно. Кстати, у нее уровень 1200. Самец Divine Broodmother. Это просто, блин. Ломка, короче, мышки и пальца одновременно. Вот так. Вот-вот уже, сейчас умрет, там хпшки уже почти нету. Ну что-то моргает, не доморгает. Воу! Дохуище тека. И эпичный мизович. Ну вот, посмотрели? Да? Нормальная штука. Вот так вот. Но тогда еще что. Притомил 2 Prime Виверны. Сейчас я их вот всяких перепарил, пораспарил. Есть еще пару яиц, я хочу их тут тоже вылупить. И сегодня день будет такая вот. Вылупляем немножко. Потом эволюционируем все вот эти Prime Виверны. Разные. У нас есть вот Internal Ice Виверна. Есть Power, там еще надо Speed, ядовитую и еще какая-то хрень там есть. И хочу также сделать 2 ядовитые и их спарить, чтобы было бы так вкусно. О, забыл, Терезину сделал. Я лозавра еще эволюционировал. В общем, у меня очень много всего. И, кстати, посмотрите, какая у меня гигушка классная. Это вот такая вот гигушка. Она где-то застряла. Вот. Вот такая вот красивая. Вот. Покажи свою мордочку. Вот так она орет. Во, как красиво все. О! Ну вот так вот она выросла. А у нее есть. Тут не знаю, 4 типа мутаций какие-то. В общем, выращиваем вовсю. S+ работает вовсю. В принципе, только с S+ такое возможно. И баночка мина откат. Времени для спаривания. Есть такие баночки. Они называются Love Potion. Открыть из Динос мода. Мгновенно спарил. Напоил этой баночкой. И она сразу опять чпокается. Вот так вот. То вот тут у меня заводик гик, который спит. Я их тут перенес креоподиком всех сразу. Вот они и тут спят, короче. Потом тут мутаторы поставим еще, и будет все хорошо. Так что, берем яички. У нас тут есть яичко гиги. И я хочу вылупить вот все верности. Все. И одного птерчика. Ай, ладно. Одного птерчика, не беда. Да, начнем, наверное... С птерчика. Кстати, все яйца под мутатором. И птерчик у нас кажется желтыми крыльями. Или мне кажется? Есть же у тебя какая-то мутация? Ну, должно быть. Вот одна типа есть. А чё? Непонятно. Давай дадим ему привязку.
и дадим сразу, чтобы вырос. Оп, все, птерчик у нас вырос. Вот такой вот он птерчик. Так, отключаем блуждание, поведение отключить, блуждание, все, сиди на месте. Сейчас мы тебе седло найдем и припаркуем там, где все сейчас сидит, для дальнейших спариваний. Вот, как раз есть седлишко. Седлишку. Тик. Вот, одеваем, одеваем. Мне кажется, что-то как крылья другие, или нет? Да, не знаю даже. Что-то то ли другие, то ли нет. Но очень выглядит как простой. Чуть-чуть, может, там что-то какой-то оттенок другой. Ну ладно. Вот такой у нас птерчик получился. Что еще у нас? Впереди у нас будет вивы. Всех вив вылупляем по чуть-чуть. Оу! Выпал. И трит меня за... Какая красивая! Во-во-во-во-во, давай ее так осмотрим. Вау! Вау! Этого там прайм, а это тоже прайм. Вот такая она выглядит. Просто красотень-то какая! Конечно, делаем так вот бутылочку. Одну, вторую, все, мы ее вырастили. Включаем блуждание. Все. Так, не летай только, пожалуйста. Сейчас седло возьму. Одно из этих тут их есть у меня. Блин, какая красотень, слушайте. Она просто отпадная. Вау, 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 вау. Не, ну я ее не хочу эволюционировать, я ее припаркую где-нибудь вот так вот красиво. В сторонке пока что. Отберу седло, конечно, так как у нас еще ждет впереди вивушки. Ну блин, она красивая. Очень красивая. Красивая! Так, ну еще и же это не конец, может еще какие-то цвета. Но нет, простая прайм вивушка. Там, видимо, будет мутация где-нибудь на какой-нибудь урон или хп, возможно даже на хп, а то такого как бы я не припомню. И это мы просто... Ай, с привязкой, то с привязкой, давайте с привязкой. Вот так идет выращивание. Наш вивернушек. Так, ну эту где-нибудь тут припаркуем, все равно на эволюцию пойдешь. Отключить блуждение, вот так вот. Забираем седлишко. Вот так. О, как много эволюций мы сегодня увидим. Всех виверн, какие только есть, прайм. И в конце концов, я еще хочу притомить альфа-виверну и также сделать эволюцию. И вот такой день эволюции, короче. Давай, покажись. Ой. Не, ну это такая огненных таких простых полно, блин. Неинтересная. Честно, неинтересная. Очень даже. Я представлял. Ну... Ну, не знаю, не. Отключить блуждание сейчас. Посмотрим, седло наденем. Как оно выглядит. Да, это чисто простая виверна такая, так скажем. Огненная. Ну, вот, вот тот вот цвет просто бомбезный. Подай седло. Еще два яйца у нас. Еще два яйца. Так. Берем. Выкидываем. И это у нас также простая, наверное, где-то будет мутация. Мутация на урон, кстати, такого у меня не было. То вот, кидаем, конечно же, баночки. Все. Вот так. Вот так во все он и это, как сказать, выращивается все эти вивы. Вот вивы, гиги. Все мгновенно. Вырастил, спарил, вырастил, спарил. И все по красоте. У меня тут даже чересчур перебор, короче, вив всяких. Я сейчас смотрю. Ну, это все точно эволюцию. Цвет не знаю, подумаю. Может быть, из-за цвета оставлю. Или как-то так. Давай, дай что-нибудь такого сладенького. Нет, не дала ты мне ничего сладенького. Я так и знал, что ты не дашь мне ничего сладенького. Так, тут хпшка неплохая. Тик, не знаю, что я сейчас с ними буду. Какие буду, какие нет. А нет, вру. Есть вот пузико фиолетенькое. Вот, и это мутация. Отключить блуждание. Тик. Блин, как много тыканья всякого. Все.
Фиолетовое пузо. Где-нибудь тут. Сколько тут у нас? 2, 4, 6, 7, 8, 9 вив. 9 вив. Представляете? Аж целых 9. Так. Берем последнее яичко. Это у нас яичко. Яичко Гиги. Она просит 13 секунд. Давай подождем. Еще 8. Давай. Покажи что-нибудь такого. Бум, сногсшибательная. Морда другая. У меня не было рыжей морды. Вот этой вот такой, более бронзовой, так скажем, не знаю, сказать. Остальное все как бы, все. Вот так вот. То, не знаю, мне такая, пожалуй, не нужна. И сделаем вот так. Оп. Все. При разделывании получаем элементы. Так, что сейчас будем? Будем сейчас всех VIP подводить красиво. Так, сперва просто тамленных, наверное, я даже не знаю. Ой, что я тут залез? Мне же тут не надо. Так. Тут вот тамленные вивы. Или их убить? У нас тут сколько? 6 этих есть, да? Я уже не помню, которая выращенная, которая нет. Это дикая. Давай диких убьем. Если что, спарим. Все, дикая нету. Соберись. О, как хорошо, смотрите. Че это у тебя? Седло, что ли, да? Да. Ты дикая или выращенная? Ты дикая. Седло нет у тебя. Все, дикие нам не нужны. Так, ты какая? Седло дай. А ты у нас выращенный. Ну ладно, выращенную оставим. Так, две. Так, нам еще и хватает вполне. Надо вот эту убить. Вот эту 206-ю, походу, она точно дикая. Нет, она тоже выращенная. Я даже не знаю. Все равно нам мне что-то не нравится. Вот так вот сделаем. Собираем все. Прайм никогда не помешает. Все. А что это? Седло не забрал? Забрал же вроде. И тут сумка лежит, смотрите. Окей. Эти какие-то у нас более сильные вроде шли, да? Это урон. Тут во вроде хпшка. Я даже не помню, не помню. Да, вот этих две мы будем эволюционировать, как это сказать, ядовитые. Потом их спарим мгновенно под мутацией. Тик, вот так, припаркуемся красиво, красиво, красиво. Берем и нам нужен... Тик, нам нужен не спид, а ядовитая виверна. Да, вот такая вивернушка нам нужна. Вот. Ядовитая. Забираем седло. Пусть она эволюционирует. Сейчас другую сразу также ядовитую сделаем. И поставим на спаривание при помощи этого мутатора, конечно же. Вдруг там что-то попрет. Вдруг кубики покрасятся. Хотя, конечно, я же сомневаюсь. Так, ядовитая. Вот это, да? Все. Есть контакт. Есть контакт. Так, забираем. Все, делаем две ядовитые. Две ядовитые есть. Сейчас их. Тут еще одна будет спид. Да, вот как раз будет на спид виверну. И будет на виверну другую. Там, тут айс вроде. Да, тут айс, а нам нужен фроузен. Вот так. Будет еще фроузен виверна. Попробуем сразу их сделать. И это будет спид. Давай вот этого сделаем. Тык, спид, спид, спид. Опа. Посмотрим, как они все выглядят. Почему же нет? Почему же нет? Тик, и тут будет фрост. А, это фрост, не вижу. Давай фрост. О, дино ДНК не хватает. Как это так? Как это так? Вот. Вот это поворот, конечно. Сейчас мы здесь принять. Так, стоять.
Стоим бы. Нет, там, короче, сейчас такой бардак у меня будет, походу. Но ничего, мы с этим справимся. Так, включаем, крафтим. Так, вот. Вот так украдется у нас ДНК. Все, выключили. У нас есть ДНК. Ой. Это будет у нас, конечно же, Фрост. Да, Фрост. Вот. Фрост Виверна. Кстати, на нее совсем другие ресурсы идет. Я не посмотрел. Это скоро эволюционирует. Воу. Но это кубики. Там два тоже кубики. Ага. И это кубики. Одни кубики, короче. Тут ядовитые получается. Угу. Павер, конечно, у нас есть, но я хочу именно ядовитый еще спарить. Вдруг там что-то появится. О, пошло жара. Так, ставим одну здесь. Тут у нас женский. И если тут женский, то мы ему сейчас приклеим. Да, ей, точнее, приклеим. Сейчас берем вот так вот. Сейчас вивернушка появится. Покажись, Фрост Виверн. Что ты? Как ты? И с чем ты кушаешься? Ну-ка, удиви меня. Ну, но. Опаньки. Опаньки. Какая? Какая огромная! Воу! Она просто... Ну, она как простая Prime, только вот так вот выглядит. По статистикам она простая Prime. Простая Prime. Я хочу кого-нибудь куснуть. Вон, Альфонсер ходит. Да, это простая Prime. Простая Prime Виверна, только вот такой вот раскрас. Красивенькой довольно-то. Так, давай ее припаркуем. У нас есть Eternal Ice Виверна. Вот этого мы сделали на прошлой серии. Хотели притомить. И вот сделали сейчас Фрост Виверну. Вот родили вот такую вот Вивернушку красивую. Это не знаю, потом убью походу. А тут считается спит Виверна. Насколько она быстрая? Ну, нихуя. А если тебе скорость ебануть? Ребята, держите меня. Только 20. И все. Не, ну она быстрая, да? Это быстрая, но я представлял, что она как ебанет сейчас пару сотен, короче, в скорость конкретно. Прогружается, конечно, с трудом это все. Так, ее красивенько припаркуем. Мне нравится, как эти кубики красиво паркуются. ХПшки дофига. Урончик нифиговый. Еще и спит. Может, она и бьет неплохо, а? Как вы думаете? Это надо будет сейчас прощупать. Так, нам надо приклеить писюн одной из вивер. Тут у меня где-то еще должно быть. Вот, Love Potion. Постойте, это же Love. Это для спаривания. Че, туплю-то? Мне надо, вот, Change Potion. И... Угу. Отката у них, конечно, нету. Какой поменьше уровень я хочу тут сделать мужиком. Вот, пи. Бери все. Сейчас ты мужчина. Так, поведение. Enable mating. И сделаем вот так вот. Обязательно. Поведение enable как-то они... Вот они все чпокается. Я не знаю, что там появится. Но что-то появится. Появятся кубики. Это ядовитая виверна. Она... Не знаю, там многократно лучше усыпляет тира, это явно. Еще если будет выращено, то это вообще, наверное, будет бомбезная штука. Так, что еще у меня тут есть? У меня все, ничего нету сейчас, короче, все закончилось. Блин. Так, дождемся. Тут интересно будет яйцо или выпадить какая-нибудь там, не знаю, какая-нибудь там. Ну какая-нибудь. Так, а что тут у нас родилось, кстати? Мужской.
Такой себе терчик. Походу потом его надо будет убить. Или я ему пол поменяю, пусть парится. Так, ну вот там его фрост, это вообще очень красивая. Очень. Долго как-то он не, да? А вот этих двух можно еще раз спарить и так далее. Еще и еще и еще. Кстати, это вообще хорошего уровня получилось. И все у нее хорошо, походу. Очень даже хорошо. Даже не знаю. Ну, интересно, что тут у нас получится вот с этими двумя красавицами зелененькими. Но скоро закончится уже чпоканье. И увидим, яйцо или просто маленькая вивернушка выпадет. Я думаю, будет маленькая вивернушка. Как-то я сомневаюсь, что это будет яйцо. Очень даже сомневаюсь. Но сейчас мы это все увидим, узнаем и так далее. Как-то много всего зеленого. Все пиксельное, кубическое. Яйцо, смотрите, зелененькое упало. Ого. Нормально. Ладно, курица, подбирай яйцо. Так, а поведение disable main. Курица что-то тупит. Ну ладно, она быстро его подберет все равно. Поведение disable main. Все, мы больше их сейчас не спариваем. Яйцо еще не исчезло. Подбираем сами. И дадим сейчас курочке. Обязательно дадим курочке. Курочка. Она гораздо быстрее делает эти яички. Тут у нас терпчик еще один. Блин, я хочу вот эту проверить, насколько она сильно бьет. Это спидовая. Тих, хпшки у нее нормально. Урон у нее довольно-то нормальный. Скорость чересчур нормальная. Ну, ну пусим вот этого. Не, ну она гораздо меньше. Ну, чисто типа на скорость получается. Да, бьет она не айс, так скажем. 12 тысяч. Это как бы... Ой, ну она просто беж... Ну да, она очень скорая. Скорая. Ой. Тех, вот это вот мне понравилось. Вот это. Вот она. Вот она, красавица-то. Вот. Вот сейчас рапторов грехнем. О. Она выглядит просто классно. Прикиньте, их спаривать и выводить какие-нибудь там мутации или еще что-нибудь. Интересно, как это работает на них. Так, красиво припарковались. И включаем всем пассивность, кстати. А то тут бывает прилетает, все разлетится, то это потом хер поймаешь. Все, это у нас пассивность. Так, и это пассивность. Это что, раком стало? Жопа заболела после яичка. Тоже мне. Ты курица, покажи мне. О, все, курица уже сделала. Вообще красотень-то какая. Давай, выкидывай на землю. Покажись, кубик Рубик. Эй, стой. У нас выращенный кубик Рубик будет. Ну, хпшки сразу гораздо больше. Кидаем ей привязку и выращивание. Вот так вот. Все. Кидаем лучшее седло, какое только есть. Постойте. Это, походу, получше. Так. Вот такая вот штука. И на ней сейчас мы полетим. Усыплять, походу, это альфа-виверну, чтобы сделать еще одну виверну. Но я, мне кажется, не смогу сегодня сделать ее. Так что буду делать на следующей серии. Так. Это все. Все. Это мы отключили. А вот этих вот двух красавиц я запихну крепот. И в холодосик. Почему? Потому что они мне сейчас тут будут только мешаться. Ну, пожалуйста. Залезайте. Их же можно, да? Да, можно. Все хорошо. Просто пиксели не попадаешь, сквозь руку кидаешь. И ты давай через морду или кого-то тут тебе непонятно. Вот это. Все. Есть. Есть. Мы засунули оба. Обе виверны туда. Вот мы посмотрели на все вивернушки, как они более-менее выглядят, на быструю, так, на быструю руку посмотрели. Ой, те, полечу, так, возьму сейчас киблушек,
посмотрю, где альфа виверна, и включу ее томить. Так как у нас сейчас есть трансмиттер, то это будет не беда. Опа, глядите, я по дороге к виверне, и тут я же вспомнил, что меня просили как-то тапка притомить. А вот и он. 1 700 000. Торпор. Ну-ка, ну-ка. Раз укусили, посмотрим, что там по торпорчику. Вроде неплохо. Поднимается. 300. 400. 400 пока что. Угу. Давай еще тебе зарядим. Неплохо так слушать. Очень даже. Вот то, что... Ну, это как и у Птера, в принципе. Не от удара количество торпора, а возрастной. То надо же дать. Так, ты уснешь сегодня? Все, она, по идее, должна сейчас откиснуть. Только где она это сделает? Давай, вот тут. Вот тут. Красиво, спокойно. Не, ну ты тварь, а. Я еще раз по ней попал. Пора уже. Опа. Ах, попал по этой пожаре. Черт. Ну ладно, хотя бы ее притомили. Ну как, еще не притомили, но скоро притомим. Но мне придется заново за киблами лететь. А может и нет. Если она притомится вот прям сейчас и отдаст мне лишний кибл. Хух. Имя я на нее потом посмотрю, какое там придумали. И, конечно же, вот наши тапа. Тих, вот она. Уже летит за мной. Статистики как-то не очень, но пошли. Индюрим ей вовсю. Сколько тебе у торпора-то подняли? Вообще подняли? Уснешь? Может, уснешь уже? Все? И вся альфа? Но мостик, пожалуйста. Пожалуйста. Там внизу столько тварей, что я не хочу даже думать об этом. Фух, пошли. Быренько, 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 быренько. Давайте. Бери. Томись. Этого хватит? Этого, по идее, должно хватить тебе. И вот ее эволюции. Она уже притомилась, что ли? Нет же. 83,3. О, все. Все, отдай, отдай, отдай. Ох, неплохо усыпить альфа-чая. Столько молока. О, и я хочу... сделать с нее Poison Zombie Wyvern. Тут также есть Speed, Power и просто Zombie Wyvern. Я хочу Poison сделать. Так что мы это обязательно сделаем. Она гораздо меньше. Вот такая вот красавица. Простая как бы Wyvern. Вот такая желто-красная. Так, засовываем ее сюда. Сюда засовываем. И полетим на базу. Так что... А хотя сколько там мозгов надо? Ну, в общем, на базе посмотрим. Вот мы на базе. И мозгов надо 3 штуки. Конечно же, у меня их нету. У меня есть только 1 штука. То вот, это уже будет сама собой на следующей серии. Вот такие пироги. Сейчас подожду, пока катится криополик. И выброшу топижар, дадим ей имя. Вот так. Итак, вот наш тапок. И имя ей будет Иней. Вот такая вот имечка. Все, Иней. О, на ней можно просто так кататься. Вот такой тапок. О, все. Ну что ж, ребят. Вивочку я сейчас не могу его лицензировать. Это сделаем обязательно в следующей серии. Мы сделали все эволюции Prime Vivo, даже некоторых красивых вырастили. Там Гигу даже пытались вырастить пока получше что-нибудь. Вот такая вот у нас ядовитая. И также экстренное включение у нас было по паучихе. Так что всем пока и до следующих встреч.